Вот уж 77 минуло лет, когда ринулась с запада нечисть, кровь лилась, и померк белый свет. Каждый мир отразил в себе вечность. За победу пришлось заплатить миллионами жизней и кровью. Но мы будем в душе их хранить с доброй памятью и любовью. Пока живы еще и есть те, кто пережил лихолетие, мы слагаем стихи в их честь, их потомки, родные и дети. Чтобы снова на земной планете не повторилось той войны, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. 22 июня 41 года – одна из печальных дат в истории страны. Началась самая кровавая и жестокая в истории человечества война, унесшая миллионы жизней, разбившая миллионы судеб, осиротевшая миллионы детей. День памяти и скорби объявляется открытым. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 77 лет назад обрушилась страшная беда, преодолевая которую наш народ потерял десятки миллионов жизней. Никто столько по всей истории, ни один народ, ни одно государство не платило такую цену за победу. Ну, победа все-таки осталась за нами. Ничего, конечно, не вернуть, к сожалению, никого не воскресить, ничего не изменить в истории. Однако наша священная обязанность – это память, это дань уважения к тем людям, которые погибли во время войны, которые добыли победу и остались живы. И вот пока эта память будет жива, мы будем непобедимы. Всех участников войны, всех детей войны. Хочу пожелать им здоровья, благополучия, а всем нам мирное время навсегда. В это время, когда объявлял голос Левитана о том, что началась война, еще не все понимали о том, что ждет впереди людей нашей страны, о том, сколько времени продлится эта война, сколько будет жертв. И я хочу обратиться ко всем ребятам, которые здесь присутствуют. Наша с вами задача не допустить таких действий в дальнейшем. И судьба нас с вами зависит от каждого из нас. И пока мы помним об этих страшных трагедиях, мы будем делать все, чтобы это не повторилось. Сегодня вот эти два слова «память и скорбь» отражают истинную дату сегодняшнего дня. 77 лет тому назад враг наступил на нашу родину, попытался захватить ее, уничтожить наш народ. Однако народ, преодолевая все невзгоды, тяжести, жертвуя, победил. И сегодня, и завтра, и всегда, я считаю, мы должны помнить этот день, говорить молодым о том, что цена жизни, которая была положена в войне, это цена их благосостояния. И если мы помним этот день, значит, память о тех, кто погиб в полях боев, на фронтах тыла, они не зря положили голову за нашу Родину. Поэтому мирного неба нашей Родине молодежи помнит, и те юные красноармейцы, которые сейчас стоят с автоматами, я уверен, уже ощутили
то доверие, которое, скажем, мы им оказываем, и они в случае какой-то агрессии на наше государство станут с такой же уверенностью, с такой же честью на защиту нашей Родины. 22 июня 1941 года – это дата сейчас у всех на устах, потому что мы все, и маленькие, и взрослые, помним, что это день начала войны. Для нас война началась тоже неожиданно. Я сама узник малолетний, и в 1942 году мы с мамой оказались в концлагере в Германии. И пробыли там до нашего освобождения, до 1945 года. И после этого сразу же приехали сюда, в Кондопово. Это были страшные дни, наверное, даже страшнее, может быть, даже для моей мамы, потому что она взрослая женщина и понимала, что значит. А я просто за руку держалась и бежала с ней, не понимая, что происходит. Дорогие мои, война не должна повториться. Война – это зло. И я думаю, что вы, вот, тот, кто присутствует, нас, ветеранов, становится все меньше и меньше. Нас совсем мало осталось, а в Кондопоге чуть-чуть. Но есть живые еще участники войны, есть живые блокадники, есть ветераны труда живые и у нас. Но это все исчисляется сейчас просто небольшими единицами, десятками и сотнями. Это и понятно, ведь 26 миллионов людей погибло на фронтах войны. Почти 9 миллионов погибло на полях сражений. И больше 5 миллионов было угнано в лагеря. Это немцы так хотели восстановить свою экономику и нашими же руками громить нашу родину. Но у них это не получилось. Я очень хочу, чтобы вы, дети, приходя 9 мая, день отмечать уже День Победы, несли в руках портреты своих бабушек, дедушек, отцов, ну, матерей, тех, кто делали эту победу. Давайте будем помнить о живых и помянем тех, кого нет с нами. Летят и подают нам голоса.